Прям совсем не подготовился. Прям вообще. Ракурс. Поздно. Уже больше, чем час ночи. Досматривал сериал «Проповедник», серию показывали. Там что-то герои решили отправиться в путешествие, чтобы искать Бога. А до этого они что-то там вызывали его. И он даже являлся, но это был не настоящий Бог. И что-то он сказал, что Бога нет. И что-то, в общем... Ну, в общем, фантасмагория какая-то. Весело. Привлекает внимание. Я даже вот досмотрел. Еще смотрели фильм «Смокинг» с Джеки Чаном. И мне в очередной раз показалось, что Джеки Чану очень не идет вот это вот... Здесь меня просто могут услышать. Здесь дверь, и прямо рядом люди ходят. У нас что-то не особо-то спят в общаге. В общем, вот эта вот джекичановская какая-то влюбленность в перемешку с похотливостью, она выглядит как-то очень ему не свойственно, не подходит ему. Она выглядит нелепо. Вот я сколько не смотрел фильмов с Джеки Чаном с детства. Всегда у меня какое-то странное ощущение. Ходили на озеро, ели сегодня чипсы и яйца. Много было каких-то разговоров сегодня. Я разговаривал с людьми. Мне говорили, что не надо записывать видео, потому что я пианист, а не комик, не диктор, не что-то там еще. Опять кто-то идет. А я вот сейчас подумал, а может быть это просто хобби, такое ненавязчивое, небольшое. Я же почти ничего для этого не делаю. Да, и в предыдущем видео у меня было красивое место. А сейчас опять как бы некрасивое. Но уже как бы в предыдущий раз я просто прямо перед сном пошел гулять. А сейчас вон на дворе ночь, темно. Что там гулять-то? Да, еще надо сказать, что я на самом деле занимаюсь, и у меня намечаются какие-то концерты, правда, совсем не скоро. Ближайший в конце августа. Но я к нему готовлюсь, и на самом деле у меня какие-то новые способы заниматься, и мне это достаточно интересно. Я, правда, учу зачастую ту же самую программу, ну, что-то и новое чуть-чуть учу. Но вот старое я как бы так переделываю, что много что переделываю на самом деле. Что еще могу вспомнить? Хожу в ленту, в магазин. Не знаю. Был такой удивительный момент. Не, на самом деле много что было. Во-первых, у меня все время в голове это Евровидение, этот конфликт. У меня в голове, что... Ну, что я не понимаю, почему там такое первое место было. Я посмотрел какое-то видео, где говорили, что песня хорошая у победителя. Вот, и я все не могу понять. И смотрел комментарии разные, и там разнятся мнения, что кто-то говорит, что песня не очень. И эти комментаторы мне сразу очень нравятся. Так, ну уже почти стандартное время видео. Я что-то еще хотел рассказать. Только что было в голове. Так. Евровидение. А, еще удивительно, что один этот прямо крутой относительно... Или не очень крутой.
блогер, уже 5 минут, он убрал музыку из своего видео и начал рассказывать про сериал. Я выключаю.